Желательно петь. Да. У вас, блядь, следующий босс килли. Какая разница, пить или не пить? Пула, я распула максимально. Поехал. По готовности. Заметка не смотрите. Перешли туда, в дальний. Собью кат. Жильца поактивнее, тут так долго. Раз. Драгон Саракон. Сколько босс, да. Есть гладиатор, выбеги. Побежали от него. Полетел быстрее. Забери на себя, пожалуйста, этот череп. Че он бегает? Аккуратнее, Савро. Привет. 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 Бог, дайте по ним. Стоит тут. Все подними лов. Пока тут. Контроль. Поехали по крестику. Сместились все туда. Каких звездопадов? Танцер танк. Трэш. Череп играется. Подъем. Где контроль-то? Я притянул, короче, переконтролишь. Смотри, раз, два. Контроль. Все, смотри за контролем. Череп выйдет. Кова. Кова. Босс, по боссу. Квадрат сместились. Убийство.
Дайте все в танк. Трэш. Черно. К вам пошел три. Побьем. Черепу быстрее играемся. Аст. Это у нас Борн есть вообще, Рейда? Почему бы тут не тыкает? Донвест. По-моему, что Донвест, отойди, блин. Есть. Смещаемся. Какой трэш. Вам пошел. Надо через. Страшно, пуля. Обратно где-то падает. У вас. Сбил. БК покиньте, босс его. Кто там выбежит? Босса, босса. Давайте. Давайте, переводите босса. Так, можно инера? Я вообще ни одного не видел. Чтоб кто-то его кинул. Босса, пуска контроль. Уже начали пристать бить, бить. А, хотя ладно, контролис. Ветер, ветер. Собью каст. То можно босса убить и убивает. Дриня. Где ж там? Этот ебаный пояс. А, блядь. Так, что, понад... Я тебе говорю, это какое-то наваждение. Вообще я не...
Че, Мозер, плечи упали? Да. Миш, холодилку глянь. Саша, зачем тебе сердце? М? Зачем тебе сердце? Кто? Нихуя себе! На него просто скинули, потому что он никому не нужен. В смысле? Специально сидел, смотрел, хоть кто-то за весь бой кинет? Нет. Сам все прожался, сидел, смотрел, когда совсем стало сухо. Настя, будет ДП запас? А тебе все закинули? Да, блядь. Одну секунду, блядь, все пять. За 3 секунды ману встал, блядь. Чё, там пояс раздают на майнспек без еда? Без ГП точно? Так, Лёх, такой вопрос. Можно мне спуститься на первый этаж, хозяину деньги отдать за квартиру? Минут на 5-10. Чё вы докопались? Не успел ещё ГП начистить, он лишь трэш панчит. Может всё одновременно делать. Просто начинает накалять то, что правило 7 КЕП есть, и они не действуют. По крайней мере, вчера они не действовали почему-то. Ну, смотри, тебе нужна на лоспик человека на мейнс. И что, у него нету 7 КЕП? Денис нам говорил то, что если нет 7 КЕП, то ты берешь, гуляешь, копишь их. Трин, ты не забывай, там не только весь шмот. Тринкеты и слова. Непосредственно трин. На это было условие. На шмот похуй. И пушки. А у кого пушки не свеча. То, что было вчера, распределяло ли всего. Мне не было. Не про... Мне про это никто не сказал. Лично. Окей. Бич вчера утверждал, что он у тебя спрашивал, выяснил. Ему что было? В момент, когда он ролил Т5, что было, во-первых, 1000, во-вторых, его было. Еще больше. В общем, все претензии к Риме. Вот о чем речь. Были бы вопросы, спросили бы у меня. Мне никто по этому поводу вчера не... Можно было сказать, Лена, ты неправильно дала. Да, Люха, так вчера и было, ей говорили, только было похуй. Вчера все схавали просто и заткнулись, и все, а недовольство осталось. Блять, мне сказать-то можно было? Ты сидел вчера в рейде тоже, блять. Весь рейд ебало свой открывает. Я раз что-то пизданул, начислил старику. Охуенно ты сидел в рейде. Понимаешь? Тебя за геру начислили. Какую геру? Ты еще один, блядь, не это кто? Это позапрошлая неделя. А кто геру? Ну, там, по-моему, ты в курсе, блядь? Я захожу. За геру мне начислили, блядь. Я захожу во время. Ты пизди. Любой косяк, нахуй, шаману, все на стариках хуярят. Вы не охуели ли вообще там, блядь? Всем шаману вчера было. Какой-то дебил дал геру, блядь. А я потом индивидуально дал геру, блядь. Одному человеку. Это был у нас, блядь, Пухан, которого обделили. Я говорю, раз уж всем дали, так на одновременно КД пройдет. Вот тогда я дал. За геру тебе, блядь. А зачем мне еще там начислили? У кого какая фантазия? Если во время кула идет флот, независимо, да, за счет
Да я принципиально вчера молчал. Там такой пиздец творился, у меня чуть башка не лопнула. А старику ГП ебать, охуенно вообще. Просто Бог позвал. Все вопросы были. Ну, вот то же самое было вчера и с лутом. Драгону, блядь, лут надо, там эти ходят, блядь. Они часто с нами ходят. Как может человек часто ходить в рейд и иметь 4К ЕП? Я вообще не понимаю. Да. Часто это нахуй десятка минимум. Значит, не часто. ДК... будет его время. Да нахуй. Подожди ты, ДК дуньте какой-нибудь, ДК дуньте в дудку. Там старик немножко по-другому было. Лена сказала, что приоритет мейн спек. И типа без разницы, есть у них это ЕП или нет. Если на мейн никому не надо, то уходит тем, у кого нет ЕП. Да не важно, это неправильно. Это неправильно. Да ебись, Лена, у нас во время рейда правила гильдии меняет. Тем более ГМа, правила ГМа. Вообще вчера старый скачал, сразу предупреждал всех. Да, суть не в тебе, понимаешь, там шмотка была дана иначе. Не, сейчас команды правильно отдали, я по приоритету забрал 7к ЕП, хорошо, у меня изначально было сначала 8400, хорошо, опустилось до 6300, я набрал опять 7к, какие вопросы? Это претензий нету, там претензий к другим, понимаешь, ты-то сролил, потому что там ты поговорил там с кем-то, пусть. Там у человека, ты понимаешь, мы... Прояснил момент еще. Там запал одинский кусок терки, а не за чей-то. Да. Да. Я даже вот сейчас, ну, чтобы не думали, что я там что-то Т5 паролил и ушел, как бы я жену с больницы забирал, я старого предупредил. Так тебе три вопроса. Так за тебя даже никто не говорил, я не знаю, что ты вообще. Ты что-то нагонял. Думаешь-то. Ну, нагоняешь сам себе. За тебя нету вопросов вообще. В чем сложность была вчера просто драм? Сабу написать. Блять, я ж думал, ты в рейде находишься, ты это все слышишь. Тем более у меня вчера лагал, я вчера, блядь, себе был на рейде. Сижу, блядь, в борде. У вас есть РЛ, который рейде. Зачем ходить? Хожу и на изред. А РЛ, который воет, у него свои правила или гильдейские это правила? Это первый нюанс. Второй нюанс, если вы заметили. Я вчера не сидел на замене, потому что ЕП я не получал. Тебе Лена... Почему? Лена написала. Она тебе потом 2000 на Даркхаука закинула. Блядь, ребят, вы прежде чем что-то бзнуть микрофон, вы смотрите чат, она как начисляла ЕП, так и отнимала пианисту вчера, если кто-то не видел. Она отняла с полотина, а в конце на Даркхаука прибавила. Да, сначала послушаешь, что скажут, а потом будешь... Не, ну вообще по факту вчера все виноваты были, вчера реально пиздец был. Какой флут просто стоял. Как сейчас. ГП старику. Ну, сбрей, сейчас вернусь. Танки вообще танчик будете сегодня? Или трэш, блядь, повалит? В ДД-зоне начал крутиться. Смотри, как сова кастует, вообще ноль эмоций. Собака, это писем. Это полипауэр бывает, бля, петов бафаешь, он, короче, бафает всех, кроме писюн постоянно не бафает. Пикашный ракет тоже отдельно хочет его выделить. Нет, если нету семейка, блядь, похуй вообще, мейн, лоб. Никто не может дать себе ни хреню, блядь, ни какая. То, что у вас там Лена вчера нарешала, окей. О, хера на то. Я что-то вчера не особо запомнил, чтобы какая-то проблема прям была. Вроде все убили. Была проблема. Была проблема, она озвучилась не раз. Я не знаю, как ты не слышал. Ну, у меня видео есть записанное.
убит. А, с голосом, голосом. Я увидел лут, и я сразу бугуртить начал. С голосом видео нельзя записывать. По спека, по поводу спек. Тут тоже есть свои приоритеты. С каким голосом? Она, понимаешь, как сказала? Она сказала, то, что, блядь, ну, вроде никого нету, а тут вот, блядь, 7к вам ребят не хватает, но я вам все равно... Вот так вот звучало. В смысле, все, что в Дискорде говорится, все не должно быть на видео. Там должна играть какая-нибудь музыка. На стриме все слышно. Я просто могу сделать закрытый доступ, все, и никто не посмотрит, кроме тех, кому я дам ссылку. Он к адмиралу зашел на канал, посмотрел, послушал нормально. Ну а в тот раз, как на Личе мы были, там кто-то на форуме тему создал, что мы... И там была... Да забей на эту тему. Поехали. Пойдите вы, давай. Так а ты постел, тебе ГП дали? Да нет, вчера вечером. Да, посмотрел. Войт маршала Центриона, так, пожалуй. Там потому, что он потом чистил ГП по-настоящему, он имеет право начистать. А чё там маршала Центриона, чё ты говоришь? Надо уезжать, бежать, они вместе уезжают. А-а-а. Один крутилку юзает, другой крутится, не скинуть тебе. У них типа комбо, что ли? Рэй, сегодня пойдем? Убили вчера. Ну, вчера убили. Ну, не против еще раз. Там все равно не выпало, да. Да, не переживай. А его не было. Поэтому у тебя есть шанс поговорить. Либо с первым ставить. Рахэм закрыли, по-моему. И завтра твином, наверное, буду собирать, Жень. Ну, я пойду с тобой. Ты даже анролишь их. Завтра анрол напишу, чешки, если что. Только анрол? Собирать, наверное, долго будем. Туда люди из-за чешек идут, понимаешь? Сложно собрать с одним анролом. Кто спросит, говори чешки. Долго собирается. Там не так это делает старый. Говоришь отбираешь один анрол, да? На милика. Но не говоришь какой. Типа скажешь, если ничего не выпадет, что нужно, тогда анролю чешку. Так проще намного. По сути ничего не меняется, но по факту рейд собирается быстрее. Ну если выпадет. Я просто писал один анрол и спрашивают, какой анрол. Говорю, один анрол на меня. Все, и пошли на. Что именно я буду анролить на паладина? Там в принципе все три психи заходят, все четыре точнее. Я вот, например, раньше, когда меня просили собирать, я собирал и говорил, просто один анрол на гильдию. Если ничего не падает, кроме чешки, тогда анролю чешку, я так говорю. Что забавно, что в этот же рейд три чешки выпало. Поэтому мне было пофигу. Ладно. Заходишь в рейд. Так, дальше. Вот, давай ты подамажишь. Заходишь в рейд. Кто в ретрике будет? Кто? Салат или драгон? Давай ты подамажишь. Пианист, а ты возьмешь на власта меня? Тебе надо? Ну мне этот нужен, этот, Т5. Так у тебя приора не хватит. Не, приора нет. А у меня есть там 7600 приора. Это ЕП может. Ты не понял, приор-то у тебя есть, но ты его не заберешь, если он выпадет. А ЕП ГП ты нет. Ну смотрите, просто скажу то, что впереди тебя как минимум человек 5-6, даже больше. А, ну тогда смотрите сами, если не надо, то что.
Так. Просто очень сложно было дать ребята именно на ДК. Войн, Джужин, Ядар, Хавк, Пухан, Провокатор и все совы. И Присты. Ты самый последний, Ауди. Блядь, три танка стоит, съес одной. Два танка, два ДК хуёво. Почему? Я чё не в танке, я чё в ретейке, блядь? А сколько тут будет арков, еще два или три? Вообще их два тут участвуют, обычно ДК и какой-нибудь паладин, либо кто-то еще. Короче, пошел я на сову, верно. Нормально там. Я же, смотрите, вот тут был этот поезд. Пенис, там боешка валяется. Дракон, не обязательно включать. Сову. Хватит дуть. Сейчас лидера Кто-то через булик балуется. Это не булик, это, блядь, кто-то вейпом балуется, походу. Это как будто бы зуб у человека болит, и он пытается его забыть. Высосать. У меня просто... Я недавно... Тоже у меня зуб троило, я тоже так делал, чтобы он немножко успокоился. На самом деле это такое мнимое мнение. Если ты холод пускаешь, он наоборот на секунду, а потом болит. Ну это да, я говорю, да. Чтобы немножко успокоился. Вот эта хуйня. Бля, вервуль, заебал, хары пыхтеть. Ставьте мебель. А как вы думаете, Глора с лича 25 гер, кому профитнее будет, БДК танку или Фурику? Фурику. У кого приоритет выше, наверное, тому и профитнее будет. Не, если не смотреть на приоритет, вот кому она... Ну, мне кажется, Фурика больше. Фурика больше. Фурика больше. Мне тоже так кажется. А чё, а БДК не один хуй шем носит, какая разница? Не, он БДК танка. Для меня, профит Глора больше танку, да. Знаешь почему? Потому что больше выносливости. Потому что у Фурика есть цветение. А, ну это да, если Джами делать. Но у БДК есть пуха с совета, это галимая, с мастерством. Сравнил Глору, бля. Глора лучше делать. Тоже ШМ лучше. А оттанчить лечаешь для начала, чтоб тебе Глору давали. Да я танчу. Помню, он одет хуёво ДК это. Я бы пароль ещё совы. Надо в ЦЛК уже шмот забирать какой-то. 277. Весь. Он все равно никому не нужен. Это понятно. Так, рекаунт мне нужен. Кто? Этот адмирал здесь? Да. Сейчас кинешь. Окей. Я не знаю, Брун это же Артемия, правильно? Аритмия, да. Артемия. Аритмия. Она знает почему. Она заставляет твое сердце биться. Конечно. Она молодая, да, деваха вроде? Да, она еще, по-моему, то ли в школе, то ли на первом курсе.
Там ребенок, насколько я знаю. Да, этот ребенок работает. Этот ребенок работает. Уже работает. Ну, для девушки это комплимент. Не, ну а что, в 14 лет я тоже работал летом иногда, когда каникулы были. Да все работали. Я в 16 уже 40 тысяч получил. Вот на практике все помнят. Значит, можно забыть. Лёха, я не знаю, как зовут твою сову, поэтому ты отпишись. Если что-то можно забыть, то можно вспомнить, как 1000 ГП начисляется. Зафейсер он. Ну, я кинул. Ай, блядь, вкратце, Вервульф тут. Так как тебя не было, в общем, видишь, сначала идут 4 человека, первый идет самый левый, левого пиздят все, если на тебе агар, то ты бежишь от него. Потом активируется второй, по-моему, сангвинар. Сангвинаров танк отводит, потом все его пиздят. Третий активируется, та баба с посохом, танк таунтит, отводит, его РДД бьют, вы АФКшите. И старший инженер время от времени, короче говоря, бомбу бросает под себя. Она его ешет. Поэтому желательно под нее не попасть, либо сдохнешь моментально. Потом идет активация пух. Появляются пухи в центре. Их танк собирает. После этого по ним и ДПСим. Как только убили пухи все, и РЛ говорит то, что пуху поднимаем, ты берешь пару кнопок, открываешь, там одноручки будут точно. По-моему, кинжал и одноручка будет на тебя. Ты их одеваешь, и, возможно, они прожимаемые, но это не точно. Эти все черти оживают, сначала убивают самого левого, который бегать будет так же. Потом непосредственно остальных, как скажут, так будешь убивать. И под конец будет лорд наш дорогой Кельта. Суть в чем, Кельтаса просто пиздим, из луж выходим, который будет появляться. Не вышел из лужи. Также будут появляться, получается, яйца. Не яйца, точнее, фениксы. Феникс объем, на лоу хп милики отбегают, потом подбегают. Как только убили, непосредственно феникс появляется, яйцо. Яйцо пиздим, и дальше пиздим босса. И все. Самое интересное, ты мне сказал. Начиная с первой лужи, он дает МК, потом через одну лужу майн контрол. Надо снимать пушки. А МК это для слабых. Это ты кому объяснял? Я новеньким. Главное, по-быстрому все заливается. Это первый нюанс. Второй нюанс. Главное, держать рейндж. Третий нюанс. Перед контролем снимать пухи. Ход и не развешивать, блять, перед тем, как появятся пухи, касается аэродрушек. На пул пух на танка, где обычно дохнут. И на ласт фазе рейндж, там тоже обычно дохнут. Давайте потом быстрее. Быстрее не получится сейчас. Еще в ЦЛК успею, еще в ЦЛК успею. Я буду готов. Блять, его убить нахуй за 20 минут, блять, их ЦЛК еще на час сходим. Да, можно, чтоб быстрее завтра. Да нахуй я сегодня в начале бы, завтра бы уже били бы там. Я говорю, чтоб быстрее завтра. Да, там еще джайну, блять, неделю целую тратить будем. Пикните на шуман. Не будете вы тратить, вы будете в воскресенье ее убивать. Сомнительная хуйня. У меня появился гениальный план. А что если дать СС перед куполом человеку, а он после купола встанет, когда сдохнет? Это нормально? Ну, я это, про себя сейчас. Это логи практикуют по себе.
Бля, я тоже хочу СС, если мне не нравится там делать. Тебе надо дамажить, тебе дамажить надо, эти фигни. Или в диван. Помимо локов, это еще Фарада практикует. Я хочу либо в диван, либо в диван, либо в СС, короче. Я не хочу бегать. Блять, там бегать так сложно, пиздец. Просто посмотри. Блять, тебе надо будет сливать катализатор. Да, я последний раз, когда мы бегали два раза, я даже два раза кастить успевал в катализатор. Так, короче, блин, парада нету. Я бафы дайте. Если есть кого-то рыба, поставьте. Поменяй себя с ДКшкой своей. Адмирал поменял. Он тебе раздал. Кинул. Я тебе закинул уже. Не ассист просто. Съезд дай мне, лучше на тебе будет. У меня тут доступ. Так. Даю проверку. Рыбу. А то бафов не хватит. Так, короче, главное аккуратно. Все делаем аккуратно и все будет заеб. И сопроты. Сопроты. Так, это. Короче. Жная, если передамажу своей совой тиа, будет пи***. Я буду слакать, а чё? Будет позор Жужину. Тебе теренаску не отдадут. На этой сайте. Поехали. Все готовы? Танки. Чё, поехали? Главное, аккуратно. Всё остальное хуйня. А мазафакер, это случайно не аккаунт Рома? Пианист аккаунт, забудь. Ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Подойдите, вы пустился. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Кстати, когда будет инженер? Когда будет? Когда будет инженер Меликиса. Мы справились с моими лучшими советниками. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Кровь за кровь. Где его примерно здесь, я не помню. Ближе к статуе. О, пусти его. Блин, сам прыгает. Вот это вырубил? А, урон. Раздаение. Все, сейчас аккуратно, дайте огрон обратно танку и рейндж наберите. Иди за стол. Это не за тот. Куда, где того так? Чтоб потом вместе двум лужу, и они вдвоем идти. Ну нет. Коват, старик, Мозер, выбей щитов. Хил. Она старик. Ползает, она ползает, смотри. Хил, прохил, прохил. Ставьте. Бомба. Сразу, милики, не подходите. Что там за салас?
Я там что-то пор, да? На середину сместили, сейчас пухи. Зачем? А пол. Сия. Блять, как обычно. Понимаю. А кто-нибудь посидит на костах посоха? Бога на костре посоха. Иди топорный союз. РДД по этому топоросу. Или писа. Пухи, поднимите. Уйдите с центра. От чела с топором. Трупак ползает. Идите. Старик, отойди. Чуть. Я вижу, я погоди, а там поставлю, отбегу. Рейндж наберите. И хил по ДК. Ой, это Денч. Частицу по ДК. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками. Все, забираем. Сюда видите, подальше. Все подальше бабы. Раз. Разгон, Мозер. Пирс. Питос. Блять. Сказал же, подальше держите. Все поднимите. Прохил меня. Бомба велики. Войда прохиливайте. РДД по базе, только рейндж берите обязательно. Найдите себе место и стойте. А пока тут удайте бомба. Блять, там что за совы, приз, блять, рестор друиды, блять, рейндж, наберите. Загрыз на сторону. Бомба. Царика прохи. Все отлично. Этот милики по скнару, РДД по этому. По механику, по инженеру. Че, драгоценный на кель, да? На кель. Да, драгон. Не, драгон за пустелой, ты на келе будет. Че, я нахуй здесь. А ты, если что, феникса сразу. Давайте противник. Подводи сандвинара под босса. 27 секунд, лад. Давайте, успеваем. Инженера добивайте. 10 секунд, давай. Милик.
руки, не лезть. Мощно. Этот раз перешли. Так мы уже дорастали. Все, поехали. Че Никитос сдох? Геру, да? Геру, да? Ты вообще, в имперсик, блин. Рейндж наберите все. Бафа, где Гера? Гера не... Геру. Кубит Шман, пожалуйста, поставьте тотем на статер. Лужа мили. Да нахуй. Танк. Инвеста поднимай. Ты для тоже не видишь. Контроль. Провокатора Жмуэна. Не слейте свои же. Прохил. Глыба первый, потом Феникс. Глыбу сбивают. Здесь спел провокатора. Феникс объем? Да, Феникс, сейчас по Фениксу. Я по Фениксу уже. Ну, пошли милики. Яйцо сливаем быстро. БР есть у кого? Пока тут отдай БР. И завести ему СС. По боссу. Эти пристимоклап. Феникс. Сейчас ждем, пока появится лужа. Если лужим. Не забываем. Чего каз? Рыба. Поехали по Феникс. Яйцо херачу. Все слили босс. Сейчас МК будет. Драгонцом попробуй Феникса набрать, агро. Давайте бегу за ним. Забери Феникса. Да по-моему не смеяли бы РДДшники. Добегут. Не прикасайтесь к Войду. Соло таргет, бьем босс. Убили. Это Феникс. Феникс активней. Лужа РГД. Яйцо. По боссу. Жнуэн, поднимай ганвест. Он меня поднимал. Феникса ловите. Служи медики. Идем в дубу. Тролль. Сначала глыбу надо сбить. Имперчика контроль. Каст. Поехали по Феникса. Не убейте персика. Отрахите его. Мили лужа. Милики лужа.
уже вышли оттуда все. Яйцо. Яйцо игра. Быстрее. По яйцу больше урона. Феникс еще один. Плюс играем. Бери Феникс. 1.5%. Переводим. Босса. По Феникс, поехали. Откаты БР, хотел по Феникс. Я не вижу откат. О, быстрее, видно. Сейчас позади. Покинул Денчик. Яйцо игра. Быстрее, быстрее, быстрее по яйцу. Долго. Таймер Феникса сбрасывается, или он сейчас через 5 секунд будет? Угор надайте. Да, что играем по боссу. Гравитация. Рейндж. Массакру слил. Рейндж. Рейндж. Сильваем. Кого дамажит, значит... Денчик себя. На секунду падаем. Один есть. Просил, просил. Драгон. Комбос. Лужа, лужа, отойди. Пушки поменяли. Сейчас Феникс будет. Нет, там еще. Гравитация 5 секунд. Феникса будем бить уже когда приземлим. Лужа там выйдет. Да, це рейндж. Дальше бьем босс. Да. Рейндж, блять, наберите. Хил. Рейндж не держит. Скоро падение, через 4 секунды падение. 3, 1. Хил. Феникс-то подводи, сейчас Феникс. Феникс. Все Феникс, все РТД. Все перебит. Все, яйцо херачу. Нужен. Это босс. Феникса забил. Что на второй гермес? Хил. Блять, ну раньше наберите вы. От тебя толку, как от ребенка. Кстати, даже пушки не пропали. Пушки пропали, наденьте. Нет. Нет, еще не пропали. Я еще тоже не знаю. Не ври. Я. А, кто-то обманул, у меня тоже не пропало. Ты вру, я вру. Слушай. Блять, кнопка заст... Все босса бьём.
Вход с туннелем 3%. Или нам надо больше. ДБЦ. И... Даже не потели. Даже пушки остались. Охотник и паладин. Ух, и посох. Бля. Где посох? Старик скин лучера старику, пускай разролит. Ага. Сейчас. Кляки разбрать, не брать. Старый, ты лутер. Похуй возьми. Похуй. Да бери, конечно. Типа, мне нет смысла, у меня этот прилив, вот тебе-то чё? Я бы взял на твоем месте. Это... Старый, слушай, а тебе этот джазл вообще не заходит? Нет. Так он же на АП, нет? На лоб. Сколько ГП за него отдавать? 778 или 1500? 1500. За что ты? За пот. За посох сколько отдавать? Ой, не за посох, за... А, посох, да. Сколько отдавать? По пот, да, по пот. Фу, ГП идет он. Так, начислилось? Нет. Меч дороже, блин, стоит, чем посох. Ну еще не далось. Не отдал, но... Пролетливо, блин. Не, не болтай. Нахуя тебе он? А она с ГП идет? Да. Конечно. Блин, старый, вот ты нашел, конечно, последовательность. Ну что, вначале ты 5 раз. А какая разница? Да я, может быть, еще шею бы поролил. Ну сказал бы. Да 6%, 100% дроп, я может с любой момент снова. Ну это да. А сколько за нее ГП? 389, по-моему. Да, да. 389. А чисто на кастеров какая она? Там с меткостью? А, там крит меткость и крит дух. Ну в любом случае она хуже, чем с острова. Ну, она типа аналог багрухи, только меткость вместо хосты. Так, летим в СЛК после этого. Первый квартал еще в СЛК закончил. Ебой. Чтобы завтра было больше. Давайте. Маги, портер. Какую обычку? Так, за токен 800, да? Ой, 500 за Т5. За Т5.